3 июля специально для Казанского федерального университета прочел свою лекцию «Действия и деятельность» известный российский ученый-методолог и политтехнолог Петр Щедровицкий. Перед выступлением исследователя ректор КФУ Ильшат Гафуров рассказал о том, как идет работа проектных групп по осуществлению инициатив, которым был дан старт в январе 2020 года при участии Петра Щедровицкого. В настоящее время у нас определены 12 проектов, каждый из которых важен для университета, и мы именно когда в очном режиме беседовали, исходили из этого и направлен на создание некоторого инновационного продукта. Это может быть образовательная программа или отдельный сквозной курс. Это может быть технология организации образовательной или профориентационной работы. Меня сегодня утром проинформировали, что работа над проектами идет практически в еженедельном режиме совместно вот с группой модераторов, за что большое спасибо. Напомним, что в начале года в КФУ при участии Петра Щедровицкого запустили первый этап реализации инициатив «Прорывные проекты в образовании», направленных на трансформацию образовательной среды университета. Проекты связаны с развитием одаренных детей, разработкой сквозных курсов по различным дисциплинам и организацией сетевого взаимодействия. Камиль Гемоздинов, Виолетта Басова, Универньюз.